Всех приветствую на канале Компьютерная Академия. В сегодняшнем видео важная тема. Установка приложения заблокирована на Android. Что делать? Итак, установка приложения Android как из Play Market, так и в виде простого APK-файла, скачанного откуда-то либо, может быть заблокирована. Причем в зависимости от конкретного сценария возможны разные причины и сообщения. О том, что установка приложения заблокирована администратором, о блокировке установки приложений из неизвестных источников, информация из которых следует, что действие запрещено, или что приложение было заблокировано Play-защитой. Итак, в этом видеоролике мы рассмотрим все возможные случаи блокировки установки приложений на Android-телефон или планшет. Как исправить ситуацию и установить нужный файл APK или что-то из Play Market. Итак, поехали! Итак, важный вопрос нашего видоса. Разрешение установки приложений из неизвестных источников на Android. Итак, ситуация с заблокированной установкой приложений из неизвестных источников на Android-устройствах, пожалуй, самая простая для исправления. Если при установке вы видите сообщение «В целях безопасности ваш телефон блокирует установку приложений из неизвестных источников» или «В целях безопасности на устройстве заблокирована установка приложений из неизвестных источников», то это как раз тот случай. Такое сообщение появляется в том случае, если вы скачиваете APK-файл приложения не из официальных магазинов, а с каких-то сайтов или же получаете его от кого-то. Решение очень простое. Наименования пунктов могут слегка отличаться на разных версиях операционной системы Android и лаунчерах производителей, но логика одна и та же. Итак, первое. В появившемся окне с сообщением о блокировке нажимайте «Настройка». Либо сами зайдите в настройки, далее «Безопасность». Второе. В пункте «Неизвестные источники» включите возможность установки приложений из неизвестных источников. Третий пункт. Если на вашем телефоне установлена система Android 9P, то путь может выглядеть слегка иначе. Например, на Samsung Galaxy с последней версией системы это будет выглядеть следующим образом. Настройки. Далее «Биометрия» и «Безопасность». Далее «Установка неизвестных приложений». Четвертое. А затем разрешение на установку неизвестных дается для конкретных приложений. Например, если вы запускаете установку APK из определенного файлового менеджера, то разрешение нужно дать именно ему. Если сразу после скачивания браузером, то для этого браузера. Будьте внимательны. Итак, после выполнения этих простых действий достаточно просто заново запустить установку приложения. В этот раз сообщение о блокировке появляться не должно. Продвигаемся дальше. Следующий вопрос нашего видоса – это установка приложения заблокирована администратором на Android. В случае, если вы увидите сообщение о том, что установка заблокирована администратором, речь не идет о каком-либо человеке-администраторе. На Android под этим подразумевается приложение, которое имеет особо высокие права в системе. Среди них могут быть следующие товарищи. Первое. Встроенные средства Google. Например, средства «Найти телефон». Следующее. Антивирусы. Да, это может быть. Следующее – средства родительского контроля. У нас есть отдельные программы на нашем канале именно по этому вопросу. И последнее – иногда это вредоносные приложения. В первых двух случаях исправить проблему и разблокировать установку обычно просто. Два последних – сложнее. Итак, простой метод состоит из следующих шагов. Первое – зайдите в настройки, далее «Безопасность», далее «Администраторы». Отдельно скажу вам следующее. На Samsung с Android 9.p мы идем по следующему пути. Настройки. Далее биометрия и безопасность. Далее другие параметры безопасности. И далее администраторы устройств. Второй пункт. Посмотрите список администраторов устройства и постарайтесь определить, что именно может мешать установке.
По умолчанию в списке администраторов могут присутствовать найти-устройство, Google Play, а также фирменные приложения производителя для телефона или планшета. Если вы видите что-то еще, антивирус, неизвестное приложение, то, возможно, именно они блокируют установку. Третий пункт. Будьте внимательны. В случае антивирусных программ лучше использовать их настройки для разблокировки установки. Для других неизвестных администраторов нажмите по такому администратору устройства. И если нам повезло, и пункт «Деактивировать администратор устройства» или «Выключить» активен, нажмите по этому пункту. Внимание, на данном скриншоте просто пример. Отключать «Найти устройство» не нужно. Ну и четвертый, последний пункт. После выключения всех сомнительных администраторов попробуйте повторить установку приложения. Ну а теперь давайте рассмотрим более сложный сценарий. Итак, вы видите администратор Android, который блокирует установку приложения, но функция его отключения недоступна. В этом случае делаем следующее. Первое. Если это антивирусное или другое защитное программное обеспечение, а с помощью настроек решить проблему не удается, просто удалите это программное обеспечение. Поставить вы всегда в следующий раз можете. Следующее. Если это средство родительского контроля, ну тут в этом случае следует обратиться за разрешением и изменением настроек к тому, кто его установил. Не всегда возможно отключить его самостоятельно без последствий. Ну и третье. В ситуации, когда блокировка предположительно производится вредоносным приложением, в этом случае попробуйте удалить его. А если это не удается, то перезагрузите Android в безопасном режиме. Затем попробуйте отключить администратора и удалить приложение. Или в обратном порядке. Удалить приложение, а потом отключить этого гребаного администратора. Продвигаемся дальше по нашей тематике. Следующий вопрос. Действие запрещено. Функция отключена. Обратитесь к администратору при установке приложения. Для ситуации, когда при установке файла APK вы видите сообщение о том, что действие запрещено и функция отключена, вероятнее всего дело в средствах родительского контроля, например, Google Family Link. У нас есть видео на нашем канале про вот эту вот интересную программку. Итак, если вы знаете, что на вашем смартфоне установлен родительский контроль, обратитесь к человеку, который ее установил, чтобы он разблокировал установку приложений. Однако, в некоторых случаях такое же сообщение может появляться и при тех сценариях, которые были описаны разделом выше. Если родительского контроля нет, а вы получаете рассматриваемое сообщение о том, что действие запрещено, попробуйте пройти все шаги с отключением администраторов устройства. Ну а теперь последний вопрос нашего видоса. Заблокировано Play защитой. Данное сообщение «Заблокировано Play защитой» при установке приложения сообщает нам о том, что встроенная функция Google Android для защиты от вирусов и вредоносного программного обеспечения посчитала этот файл APK опасным. Если речь идет о каком-то прикладном приложении, например, игра, полезная якобы программа, я бы отнесся к этому предупреждению серьезно. Ребятки, могут быть очень интересные и, грубо говоря, глобальные проблемы, если вы все-таки разрешите этому приложению установиться на ваш смартфон. Так что будьте, ребятки, бдительными. Если же это что-то изначально потенциально опасное, например, средство получения рут-доступа, и вы осознаете риск, можно отключить блокировку. В этом случае, да. Возможные действия для установки, несмотря на предупреждение, следующие. Первое. Нажмите «Сведения» в окне сообщения о блокировке, а затем «Все равно установить». Второе. Вы можете навсегда снять блокировку Play защиты. По этому вопросу зайдите в «Настройки», далее «Google», далее «Безопасность», далее «Google Play защита». Ну, конечно, я вам этого дела не советовал. Хотя всякое бывает. Идем далее. Третий пункт. В окне Google Play защиты отключите пункт «Проверять угрозы безопасности». Но подумайте еще раз.
Итак, в итоге, после этих действий, блокировки со стороны этого сервиса происходить не будет. Ну и в конце нашего видоса сделаем вывод. Итак, я надеюсь, инструкция помогла вам разобраться с возможными причинами блокировки приложений. А вы будете осторожны. Не все, что вы скачиваете, является безопасным. И не всегда это действительно стоит устанавливать. Это канал Компьютерная Академия и наш партнер сайт remotka.pro. Я думаю, данная информация была вам полезна. Смотрите наш канал, ставьте нам лайки, делайте подписки. С нами будет интересно.